Театральний листопад для обласного центру став знаковим. Чехофест набув статус міжнародного фестивалю. Усе завдяки моноспектаклю «Тулмач апокаліпсису» московського актора Олексія Багдасарова. Загалом репертуар труп базувався на драматургії 19-20 століть. Та на театральних підмостках давно відомі твори подавались у новій, сучасній інтерпретації. Я думаю, что будущее есть, и, конечно, бы хотелось бы увидеть каких-то хедлайнеров в следующем году на фестивале. Вот, например, какой-нибудь ведущий московский театр или Санкт-Петербурга. Если говорить о Чехове, то я думаю, что эти театры number one в исполнении и в постановке чеховских произведений. Члени журі підбивають підсумки та запевняють, організатори фестивалю вкотре сколихнули поціновувачів театрального мистецтва Сум та викликали неабиякий резонанс в місті. Если сравнивать первый фестиваль и второй фестиваль, то таки да, ребята чему-то научились. Спектакли, скажем так, ну для меня лично были намного интереснее, намного разнообразнее, нежели это было на первом фестивале. Вот. И так, заглядывая в будущее, хотелось бы, конечно же, так как мы постоянно варимся здесь, в своем соку, хотелось бы больше видеть профессиональных театров. Потому что я, как актер, хочу тоже чему-то учиться. Важно то, что этот фестиваль есть. Знаю, как это трудно создать фестиваль, как пробить фестиваль, как его, будем говорить, организовать. И хорошо, что есть поддержка, и есть поддержка губернатора. Спасибо ему огромное за его отношение к культуре города и области. Окрім переможців, відзначили і сумський театр танцю «Артес», що здивував сумчан оригінальним перформансом. Наступний третій сезон Чехофесту відкриє «Лаштунки восени» 2014 року. Організатори планують розширити коло гостей та запросити театр з Польщі. Ніна Полстовська, Руслан Павлов, АТВ.